Мне самому интересно. Я попросил обосновать эту позицию с точки зрения закона. Был заявлен отвод председательствующему суде стороной государственного обвинения. В связи с чем? А почему? По каким причинам? Ну, в связи с тем, что якобы, вернее, не якобы, в связи с тем, что имело место нарушение закона в процессе. А именно? Что это значит? Касается и вот этой истории с присяжными, там, и всяких там фраз, которые звучали в суде, не должны были звучать в суде. Того, что, мол, судья позволяет адвокатам общаться с прессой и так далее. Прессу вообще посторонним лицам из зала суда, иных, кроме присяжных. Сегодня в судебном заседании было принято решение о том, чтобы рассматривать дело в открытом процессе. Мы приветствуем это решение. Мы неоднократно выступали с письменными заявлениями по этому поводу. Мы удовлетворены. Потерпевшая сторона в полном составе удовлетворена принятым судом решением. Один из политиков? Нет, я не думаю, что это правильно услышали. Если вы это правильно услышали, значит... Вся позиция была сказана нашими представителями. Мы полностью ее поддерживаем.